Да? Девчонки. Уз! Темно. Замечательной игры, игры КВН. Несмотря на дождливую погоду, которая нас как бы взяла вот так вот в обхват пятницу и субботу, мы думали, что и в субботу, конечно, будет дождливая погода, но нет. Сейчас подождем, когда все сядут на свои места, и будем продолжать. Но, как бы там ни было, сегодня солнышко улыбнулось нам. И поэтому в этот сегодняшний замечательный субботний вечер мы хотели бы начать нашу финальную игру КВН Новоиской юниор лиги. По старой доброй традиции команды на сцену. Первыми на сцену выходит команда «Такси». Встречаем! Команда «НГПИ Экстрим». Команды, которые на протяжении всего сезона боролись за путевку в финал. Сегодня вы в финале, но это еще не все. У нас есть еще одна команда, которую я с удовольствием хотел бы представить вам. Это наша доблестная жюри. Алферова Наталья Георгиевна, инструктор по культмассовой работе профсоюзного комитета Новоиского горно-металлургического комбината. Надежда Валиева, журналист телевидения «Казанком». Акашева Марина Валерьевна, работник библиотеки Дворца культуры «Фархад». Шавкат Шамурадович, председатель городского совета общественного движения «Камалот». Нусеркис Ильвер Львович, бывший КВНщик. Ну что ж, я думаю, что знакомство у нас состоялось. Итак, давайте пожелаем командам ни пуха, ни пера. Провожаем команды за кулисы вашими бурными аплодисментами. И об игре.
Тема нашей сегодняшней игры – летние каникулы. Какие они будут? Давайте мы сегодня с вами посмотрим. Первыми на эту сцену выходит команда НГБИ. Тема приветствия – последний звонок. Высшая оценка – 5 баллов. Итак, если команда готова, то мы можем начинать. На сцене команда НГБИ. Встречаем! Профессионал. Он все исправит. Он справится с любым заданием. Так, предоставьте мне отличную машину, переводчик и надежную сотовую связь. Да, и еще. Где здесь у вас прорвало? Пошли, покажем. Что там, куда обращать? Да ладно вам, ребята, вот я вчера был в корейском ресторане. И чё? Попробовал новое фирменное блюдо. Знаешь, как называется? Как? Комиссар Рекс. Чё ты врёшь? У них на фирменное блюдо называется белка-стрелка, колесо-тарелка. Ты со мной будешь спорить? Буду я с тобой спорить. Спорить, ребят, давайте посмотрим. Чё там? Это ты со мной будешь. Девочки, типа здрасте. Ой, то есть добрый вечер. Вот, это квартирный вопрос. Сейчас этой барыги наши любимые участники поканают к своей старухе и, в общем, извиняюсь, поедут к своей бабульке на дачу. А мы-то с чуваками быстренько здесь наведем шухер. То есть поменяем интерьер, так сказать. Ну чё, ушли? Так быстро-быстро, цены пишешь, я остальные коробки. Всё, давай. Всё, Валя. И напоследок хотелось бы сказать, чака с сахаром, чакиссимо. Нет, ну, ребят, ну, что я такого сказал, ребят? Ребята, успокойтесь, что? Тихо, я кому говорю? Ребят, меняю трусы на носки, не глядя. Нет, ребят, еще одна, ребят, серьезно. Да у вас там хватит? Все, хватит. Клянусь последним. Я больше не выйду. Клянусь последним. Все, давай, попробуй. Реклама. Прокалываю уши тремя способами. Дома, на даче, бесплатно. Уши присылать по адресу. Город Наваи, Ухо Горный Нос, 12. Диметра, ты куда? Не сейчас, чертовы оливки. Ну и не поэтому. И немного о спорте. На ринге Нагамахито, Япония. И наш Иван. Сам станешь?
помнишь? Не уверен. Кто-нибудь уверен? Экстра стоит 1200 пшеничный, полторы винчик с 250. Ну ладно, не будем о грустном, давайте о погоде. Берлин. Дождь. Волосы сохраняют свою укладку. Лос-Анджелес. Солнце. Волосы все равно сохраняют свою укладку и объем. Наваи. Радиация. Где мои волосы? Где мои волосы? Где мои волосы? Небольшое объявление. Появилась новая передача «Слава за минуту». В будущем появятся новые проекты. Васю за 15 минут, Мишу за полчаса, а Варфоломей не смог. Дамы и господа, сейчас мы покажем вам то, что не видели обычные покупатели. Это было снято нашими сотрудниками скрытой камерой. Итак, Наваи где-то в темном переулке. Товар принес? Да, товар отменный. Расфасовка по 220 грамм. Попробуй. Со сгущенкой? Беру, братва будет довольна. Попробуй найди ее, и тогда замирай. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, тот не виноват. Не, ну не может же быть. На самом-то деле. Ладно, пойдем. Леночка? Да, я тебя слушаю. А ты знаешь, где сейчас твой муж? Он находится рядом со мной. Нет, ты ошибаешься. Я его вижу в ресторане с какой-то пышноволосой девицей. Спасибо за комплимент, Леночка. Бабуль, а у вас семечки есть? Ну тогда дайте пайн. Бабуля, а у вас пайн еще остался? Ну тогда дайте нам семечки. О, Антошка! Ты че, ае? Антошка! Ты как скатился? Читаю на афишах, и все уже финали. Команда НГБИ «Экстрим». Приветствие, последний звонок. Ну и готовится команда «Такси». Если вы готовы, то можно начинать. Для того, чтобы
начать приветствие, нужно спеть песню. А для того, чтобы спеть песню, нужно распеться. Не, ребят, ну эту распевку давай так шутить. Давай, шути, шути, начинай. Ну и сразу срочное объявление. Вчера в районе ЦУМа из команды такси ушел Марат. Нашедшего просьба пнуть за вознаграждение. А Игорь Николаев теперь раскручивает свою дочь, Юлю. Они так похожи. Те же глаза, волосы, усы. Эх, а хорошо казахским детям. А почему? Ха, а у них юрты круглые. Их в угол не ставят. Лафа, так по кругу и бегаю. Слышь, а чего за голову держишься, а? У меня ухо болит, внутреннее. А кто тебе внутрь ухо засунул? Че, Гога, смешно очень, да? Да не, я просто ковер б. А у меня радио хулиганит, не слушается. И мы представляем вам, как работают радиостанции в разных странах. США. It's Saturday today, and you're listening to MTV Music News. Россия. Добрый вечер, в эфире радиостанции «Маяк», и вы слушаете самые последние новости. Ташкент. Ассаламу алейкум, эфирда узбегим тарнасых, возр янги ахбуратла. И Наваи. Хэшки борбио. Алло, Вась. А чего ревешь-то, Гога? А может, я ее потерял? И мы представляем вам группу Иванушки Интернешнл на концерте в городе Наваи. Заполины пушарают. Куча мух, аллергия, да. А у нас реклама. Мам! 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 Барсик! Ты что, обалдел совсем? А, извините. Мяу! Мяу! Это ужасная тяжесть в животе никак не проходит. Наверное, экзамены, стресс. Блин, а? Где мои гантели? Простите, это операция тайтель кипячения. Операция больной, операция, успокойтесь. Тогда мы идем к вам. Привет, бобёр! А-а-а! Что с тобой? А, ты про зубы! Да не, я говорю, ты чего орёшь? А, да я громко скажу! Сегодня ты, Миша, идёшь в гости к Маше. А ты, Маша, не забудь пятый шкаф в классе. Ну и кто это избаловал мои вещи Ленором? А? У меня теперь шарф, на улицу идти не хочет. Говорит, что холодно. А носки вообще под кроватью в стойку встали? И ни шагу? Стой! Стой! Еще! 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 Деточка! Это же папа! Да мне по барабану с кем? Пиво пить еще? Хочу ножницы! Ой. Вы все еще живы? Тогда мы идем к вам! Маша? Аня? Катя? Мама? Папа! А Борис Ельцин очень любил смотреть «Паприку звезд».
звезд. И у него даже есть там своя любимая песня. Я ушел тогда на зло, понимаешь? Не нашел тогда я слова, понимаешь? Я устал, я ухожу, понимаешь? Уходи, понимаешь? А мы представляем вам чемпиона мира по ушу. Девушка бросила. Почему? Да подарок ему не понравился. А что ты подарил? Цепочку. Дура. И ошейник такой строгий. Да ладно, не расстраивайся. Ведь девушки, смотри, сколько их в зале. Да я вижу. Да ладно, улыбнись, скажи, у меня отличное настроение. У меня отличное настроение. Да. Оптимизму. Хорошо, что ты врачом не стал. Почему? Ну, представь, вот ты вот таким вот своим тоном говоришь больному: «Больной! Вы будете жить больно! Вы будете жить долго и счастливо!» Что с ним? Егор, что с тобой? Ты меня помнишь? Не уверен. А его помнишь? Не уверен. Ну, а Сочи помнишь? Так я же там не был. Слава богу, хоть это помнит. Да ладно, мужики, я вам сейчас такую байду расскажу. Типа я тут иду, короче, такую вообще в натуре, а тут один подходит там. Так, парни, начинаем бороться за чистоту языка. А я мыл. Хлоркой. Больше никаких же организмов, слов паразитов, типа чё, вообще, прикинь и так далее. А и так далее, это тоже же организм? Пофигизм. Если вы услышите вот такой вот звуковой сигнал, вы отстранены и уходите со сцены. Чё, вообще? Прикинь, мужики. Чё за нож, что вы не знаете? И не скажешь ничего. А чё я сказал? Не сказал, так подумал. И пока мне здесь никто не мешает, я расскажу вам историю моей несчастной любви. Миша, ухаживая за мной, дарил цветы, провожал до дома, признавался вечной любви. В общем, делал все, чтобы быть мне противным. Он даже подарил мне на день рождения кухонный комбайн. Я чуть не стерла его в порошок. Но этот придурок в комбайн не влез. Мы говорили: «Авацо, авацо». Черри, 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 черепашка, новый Пашка, теперь вишневый. А, кстати, вы все еще кипятильник, тогда мы идем к вам. Вы знаете, вот мы тут вот перед КВНом провели социологический опрос. На вопрос, зачем вы пришли на этот КВН, зрители ответили. 50% посмеяться и поболеть. 30% сказали на других посмотреть, себя показать, пообщаться с друзьями. 15% ответили пройтись перед жюри перед объявлением оценок. А 5% сказали: так играем же сегодня. И один человек скромно заметил: а КВН без ведущего не бывает. Да, еще. Это ведь финал, да? Вот вы знаете, мы стоим на этой сцене уже в который раз, может быть, последний раз стоим. И нас интересует один и тот же вопрос. Вот скажите, пожалуйста, кто стирает вот эти занавески, а кто вы стирает? Вы все еще кипятите, да? Тогда мы идем к вам! Так что, может, споем? Давай! Последний урок. Здесь его
Это было приветствие команды такси. Большое спасибо командам за приветствие. И я попрошу выйти команды на сцену под ваши бурные аплодисменты. Итак, давайте посмотрим оценки за первый конкурс приветствия. Последний звонок. Высшая оценка 5 баллов. Первыми на сцену выходила команда НГПИ «Экстрим». 5-5-4-4-4. Вторыми на эту сцену выходила команда «Такси». 5-5-5-4. Спасибо большое. Следующий конкурс – «Разминка». Называется он просто «Счастливый билет». Кому он достанется, мы сейчас с вами увидим. Высшая оценка за разминку 5 баллов. Итак, первыми свой вопрос задает команда «Такси». Команды задают по 3 вопроса. Как вы думаете, слово «мюзикл» рифмуется со словом «пюзикл»? Ты решил поиграть, да, Хаким? Замечательно. Вот и давайте на протяжении вот всего нашего КВН вы вот так вот будете бросать свой желтый шарик. Итак, время. Отвечает команда НГПИ. Повтори вопрос, пожалуйста. Привет, Шавкат. Здравствуй. Привет. Шавкат, как ты думаешь, слово «мюзикл» рифмуется со словом «пюзикл»? Хака, а как ты думаешь, «Невея» рифмуется с «диарея»? Есть свой вариант ответа. Как вы думаете, слово «мюзикл» рифмуется со словом «пюзикл»? Вот вы знаете, в ДК «Фархад» поставили мюзикл «Маша и медведи». В роли медведей группа «Дэдди». В роли Маши Сухроб Кинджаев. Пожалуйста, НГПИ, свой вопрос. Он еще не задал вопрос. Да, я еще ничего смешного не говорю. Говори, Шавкат. Билет на экзамене по биологии. Что получится, если скрестить индейца с китайцем? Отвечает команда «Такси». Повторяю вопрос. Билет на экзамене по кулинарии. Что получится, если скрестить индейца с китайцем? 2 миллиарда чингачкуков. Свой вариант ответа. Билет на экзамене по биологии. Давай ты сначала определишься, по кулинарии или по биологии все-таки билет? Билет на экзамене по кулинарной биологии. Замечательно. И все-таки свой вариант ответа, пожалуйста. Билет на экзамене по биологии. Что получится, если скрестить индейца с китайцем? ММДМС. Привет, желтый, привет, красный. Следующий вопрос, пожалуйста, Хаким. Команда «Такси». Студенческий юмор. Каждая тварь на паре.
студенческий юмор, каждая тварь на паре. Студенческий юмор, каждая тварь на паре. Парка едет носки, черт его снынят носки. Свой вариант ответа. Студенческий юмор, каждая тварь на паре. И собрал Ной каждой твари по паре. Загрузил их в ковчег и взял даже двух динозавров. Правда, они оба оказались мальчиками, поэтому и вымерли. Хотя очень старались. Следующий вопрос с НГБИ, пожалуйста. Объединение ведет к чему-то новому. Сейчас увидим. Сейчас мы узнаем. Объединение, мать учения, ведет к чему-то новому и желательно смешному. Узбекские автомобилисты скрестили ДамАЗ и Тико. Полученный велосипед очень забавно шевелит двумя колесиками и одним дворником. Свой вариант ответа. Объединение ведет к чему-то новому. Сенсация в мультфильмах. Мультипликаторы объединили два мультфильма. Футурама и Симпсоны. Смотрите, смотрите на РЕН-ТВ. Футсоны. И последний вопрос. По последнему вопросу задают команды. Так, пожалуйста, каким? Во дворце спорта города Наваи прошел турнир по художественной гимнастике в честь Майка Тайсона. Отвечает команда НГБИ. Во дворце спорта города Наваи прошел турнир по художественной гимнастике в честь Майка Тайсона. А на последнем чемпионате мира по фигурному катанию Евгений Плющенко, к сожалению, не смог принять участие из-за того, что подавился чупа-чупсом. Свой вариант ответа, пожалуйста. Во дворце спорта города Наваи прошел турнир по художественной гимнастике памяти Майка Тайсона. В турнире приняли участие Алина Кабаева с обручем, Илья Муромец с булавой, Дюймовочка с булавкой, тетя Ася с утюгом, Раскольников с топором. И последний вопрос задает команда НГБИ. Маша и Катя ходят в бассейн. Маша моет пол с мистером Пропером, а Катя моет пол сама. Вопрос, кто опоздал в бассейн? Давай. Маша и... сейчас. Маша и Катя ходят в бассейн. Маша поет мол с мистером Пропером, а Катя моет пол сама. Вопрос. Кто опоздает в бассейн? Вода. Свой вариант ответа, пожалуйста. А я что, выйти что ли? Да я скажу. Маша и Катя ходят в бассейн. Маша моет пол с мистером Пропером, а Катя моет пол сама. Вопрос. Кто опоздает в бассейн? Конечно, Маша. Отмазалась, плавать не умеет. Вот это вот вариант ответа. Что ж, большое спасибо командам за разминку. Мы уходим готовиться к следующему конкурсу. Следующий конкурс – STEP. Этот конкурс команды играют во второй раз. И сегодня, в очередной раз, мы посмотрим этот замечательный конкурс STEM – студенческий театр эстрадной миниатюры. На сцене должно быть только три человека. Там? Да. Сейчас оценки за разминку. И хорошо. Средний балл за... приветствие. Хорошо, оценки за разминку.
Максимальный балл за разминку 6 баллов. Первыми свой вопрос задавала команда «Такси». Пять, четыре, четыре, пять, пять. Команда НГП. Шесть, 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 пять. Средний балл за конкурс приветствия. Команда НГПИ. 4,4 сотых. И сборная города такси 4,8 балла. Это приветствие. Замечательно. Большое спасибо. Мы продолжаем. Итак, конкурс STEM. Даром преподаватели время со мною тратили. Итак, как же тратили свое время преподаватели, нам сейчас расскажет команда НГПИ «Экстрим». Высшая оценка за конкурс STEM – 7 баллов. 5. 5 баллов, хорошо, извините. Итак, если команда готова, то мы можем начинать. Готовы? Я открыла школу актерского мастерства. И, честно сказать, очень сильно об этом пожалела. Ну да ладно, не будем о грустном. Сейчас вы все сами увидите. Кто там следующий? Следующий. Да, я скажу. А давай лучше я скажу, у меня лучше получится. Ну, чего захотел, а давай вместе. Давай. Давай. Здрасте. Здрасте. Кто? Васька. Шава. Я слушаю вас, Васька. Шава. Вообще-то мы сами хотели вам помочь. Чем? Ну, вы же ищете. Откуда вы знаете? А, вы хотели бы сняться. Как это сняться? Да вы меня неправильно поняли. Вы хотели бы сняться в рекламе. Какой рекламе? Какой? Вы хотели бы сняться? А давай эту нашу про Хохланд, она у нас лучше отрепетирована. А, давай. А, Хохланд, это та, которая про сыр? Да, да. А, ну давай. Давай. Хохланд, тот сыр, который... Внимание, съемка. Дубль первый. Реклама сыр Хохланд. Пап, а сыр существует? Васюк, какой я тебе пап? Ты что, погнался? Камера, стоп! В чем дело? Посерьезней, пожалуйста. Извините нас, пожалуйста. Встань ровно! Че ты все испортить хочешь, что ли? Мы зачем сюда пришли? Все! Возить. Я тебе нормально сказал встать! Можно мы еще рискнем? Внимание! Съемка! Дубль второй! Сыр Хохланд! Пап, а сыр-то есть? Конечно, сынок, мы же мыши! Да что такое? Мне это уже начинает надоедать. Извините нас, пожалуйста. А ну встань ровно! Сейчас все испортишь. Можно мы еще разок, пожалуйста? Но только последний раз. Хорошо. Дубль третий. Хохланд. Пап, люди с сыром. Ой, инопланетяне в сыру. Ой, орбит без сыра. Шутите.
Это что такое? Вы что, мне здесь клоунаду устроили? Ну-ка, покинули помещение. Наталья Крачковская, простите нас, пожалуйста. Можно мы еще раз, разучим? Эх, раз, да еще раз. Еще нам. Что ты все время мне мешаешь? Кто? Я. Да, я. Ты. Пожалуйста, можно мы еще рискнем? Уходите отсюда, фон, инопланетяне! Пошли отсюда, покинули студию. Васька, да просто ее сыр с ней, блин! Покинули студию. Цветы, деньги, слава, Алена, Наташа, Антон. Такая бездарность! Я не понимаю, как можно работать в такой атмосфере? Ой, ой, что-то я перенервничала. Надо поесть. Сыру? Вы еще здесь? Да! Да просто ее, Васька, она какая-то злая, как собака. Побыстрее бы закончился этот день, и наступил бы новый. Ой, кто там следующий? Следующий! Ой, вы все еще здесь? Да, да, да. Ну, тогда мы идем к вам. Вот. А дай я скажу, Тёпа. Ой, Авдотья Ивановна, а давай лучше я ляпну. Ой, Лиса! А вчера договорим, а вместе говорить будем. Давай вместе. Ну, хорошо. Давай вместе. Давай. Здрасте. Здравствуйте, бабушки. Я вас слушаю. Хорошо. Ой, луна, луна. Бабушки! Это школа актерского мастерства. Сюда приходят сниматься. А что, Дока? Да в рекламе сниматься. О, как. О, круто мы с тобой попали, Авдотья, на ТВ-то. Да. Ну что, в какой рекламе сниматься будем? Ой, какой трудный вопрос, да? Угу. Ой, а можно помощь завтра? Бабушки, это вам же не то. О, ну тогда 50 на 50. Бабули, это... А звонок деду можно хотя бы один раз за ваш счет? Пожалуйста. Бабушки, это школа актерского мастерства, а не программа «О, счастливчик». Здесь снимают рекламу, в рекламу смотрите. Да. Где? По телевизору. Вот и покажите мне ее. Хорошо, хорошо. Сэр Хохланд. Ой... Фёкла, а сыр-то существует? Ой, Авдотья. Пап, а сыр-то существует? Ой, Авдотья, какой же я тебе пап? Хотя бы дедом бы обозвала. Ой, действительно. Стоп, стоп, бабушки. Может быть, вы другую рекламу попробуете? Ой, внучка, мы ещё эту не дожевали. Не чах. Ой, Авдотья Ивановна, а что это вы с усами-то пришли? Лысая. Это опять вы? Вот что ты сейчас все запорол, а, Шава? Чего, нравится, да, все испорт? Нравится, да? Тетя Наташа, можно мы еще раз рискнем? Пожалуйста, еще раз, ох, разок, раз, еще много-много раз. Пошли. Пожалуйста. Отсюда. Ну что ты все время меня перебиваешь? Кто? Я? Да. Пошли отсюда, я сказала, покинули помещение.
сюда. Мы вас берем. Ура! Ходи ты через полгода. Ура! Вот такой вот стем у команды НГБИ «Экстрим». Спасибо большое команде. И готовится следующая команда, команда «Такси», со своей версией стема «Даром преподаватели время со мною тратили». Итак, если вы готовы, то мы можем начинать. Команда готова? Большая просьба к зрителям в зале и жюри. Внимательно слушайте наш стем. Второй раз вы его не увидите. В секретной школе, где готовят спецагентов, преподаватели время даром не тратят. Курсантам показывают учебные фильмы о жизни известных супершпионов. Итак, фильм первый. Кот Матроскин против сериала «Менты». Так, ну и кто это у нас тут? Им фамилия? Кот Матроскин меня зовут. Это фамилия такая. Документы есть? Усы, лапы, хвост! Вот мои документы. Ну и что вы, товарищ Матроскин, думаете, скажем, о Васе Рокове? Балбес он, балбес. Ну и как он там? А мы уже помирились. Вот и хорошо. Смотри вот сюда. Ну и что это? Что это за народное творчество? Это план явочной квартиры. Ты пароль знаешь. Это я, почтальон Печки. А можешь его пытать? Вот у нас средство для пытки. Будем пытать. Все, отправить на каторгу его, уголь добывать. Подумаешь, еще и вышивать могу, и на машинке тоже. А я говорю, ты балбес. Фильм второй. 17 мгновений секретных материалов. Истина где-то рядом. Информация к размышлению. Агент Малдор ФБР. Настоящее имя Евлампий Исакович Абрамян. Родился в роддоме. Не закончил горный колледж. Вылетел в полуфинале. Спонсор Малдора — комок напротив бассейна «Дельфин». Ку-ку, мой мальчик. Информация к размышлению. Штандартенфюрер Штирлиц. Он же полковник Исаев. Он же Хабибулла Нуруллаев. Родился быстро. С трудом закончил 5 класс в школе 24 Нуратинского района. Спонсор Штирлица — бальзам «Звездочка». Отдай плюшку. Дырку ты от бублика получишь. От... Ты нарушил закон джунглей. Канай отсюда. Прокопаться мою редиску. Ну я так не играю. Слушай, может, хватит придуряться. Своим знаем поговорим. Штирлиц знал, что Малдор знает, что истина где-то рядом. Штирлиц даже знал, что эта истина стоит слева за тумбочкой. Не знал ничего, только Незнайка. Спонсор Незнайки — шампунь «Склероз», не помню с чем. Вы знаете Штирлиц?
инопланетная раса захватила все общественные туалеты в городе Наваи и сделала из них пивбары. Надо что-то с этим делать. Да, а может, по пивку? Точно. Солодов, старый мельник, Клинская, золотая бочка, нету. Вам Кип Райс или пиво? Музыку можно поменять, а? Музыку, эй, Бахмут! Касэш Масэн Адмашка менялся один раз. Не, Тим поменял, да, Тим. Слышь, а у тебя нигде туалет нет поблизости? Туалет и общественный в городе один у нас остался. Идешь прямо, потом направо, потом налево, потом вниз, потом прямо, и там будет парк. Пятое дерево справа, мое, не трогать. Что вы об этом думаете, Штирлиц? Я думаю, что я кролик. Да? И что же вы об этом думаете, штандартенфюрер кролик? А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный. Стой! Фильм «Треть», «Винни-Пу» и все вселенские ужас «Пятачок». И куда это мы с пятачком идем? А? Вообще, Винни, для тебя не пятачок, а мистер... Кстати, где наш кролик? А почему я? Как что так сразу косой? Ну-ка, напомни-ка, сколько ты мне должен, а? Так, ну, 5000 взял, потом 3 отдал, потом 2 туда, потом 1 сюда. Но если посчитать грубо, то... грубо не говори. Мага каралась. Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит? Я сошла с ума. Какая досада. А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Сова! Открывай! Медведь пришел. Что-то бояли, поливались. Женские туфли хочу. 3 штуки. Размер 42, 43, 45. Сейчас поймешь. Что такое я не понимаю? Ты что, я совсем хвост потерял? Птичку жалко. Ты по что боярню обидел, смерть? Ты на что царская морда намекаешь? Пойдем выйдем поговорим. Пойдем. Другие не влезут. А мой влезет. Гляди, пятачок. Ой, выходит, то есть уходит. Входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. Хорошо живет на свете Винни-Пу. От того поет он и теперь. Слушайте, заткнитесь, пожалуйста. Woo!
Большое спасибо. Еще раз большое спасибо. Это был конкурс STEM команды «Такси». Ребята, пожалуйста, если не трудно, микрофоны поставьте на место. Спасибо большое. Дима, ну что, давайте, наверное, за конкурс STEM оценки. Итак, конкурс STEM. Высшая оценка 5 баллов. Первыми на сцену выходила команда НГБ. Экстрим. Вторыми выходила на эту сцену команда «Такси». 5-5-5-4-5. Я объявлю сейчас средний балл за конкурс «Разминка». Команда «Сборная города «Такси» 4,6 балла. И НГПИ 5,8 балла. Такси 9,4 балла. НГПИ 10,2. Ну что ж, давайте перейдем к еще одному конкурсу, который называется «Музыкальное домашнее задание». Тема музыкального домашнего задания – выезд на природу. Максимальная оценка 5 баллов. Первыми выходит команда «Такси». Итак, если ребята готовы, то давайте начнем. Детский оздоровительный лагерь «Солнышко», отряд «Такси» на природу. Шагом марш! Раз-два. По порядку рассчитайся. Первый. Второй. Третий. 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 Так, третий отряд, выйти из строя. Сегодня у вас последний день в этом лагере. Завтра вы выходите на свободу, как говорится, с чистой совестью. Начинаем культурно-массовые мероприятия. Мальчики направо, девочки налево. Не, а я не понял, а что это девочки налево? А слева, мой любознательный друг, ручей, девочки мыть посуду. А мы же еще ничего не готовили. Я два раза повторять не буду. Пацаны, собирайте хворост, будем делать прощальный костер. И, кстати, вы обещали мне какую-то сценку показать на закрытии сезона. Покажем, покажем. Сейчас только костер разведем и покажем. Покажем, покажем. Ториме. Сценка историческая. Жанна Дарк. Ла Тире. Ла Тире. Ой-ой. Ну что, братья, начнем? Раз, два, три. Ёлочка, гори! Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красно? Ребята, у вас, по-моему, что-то... На плите подгорело. Что? Не знаю, пахнет горелым. Жанна, а хотите загадку загадаю? И светит, и греет. Лампочка. Не, Жанна Дарк. Сказали мне, приходите на шашлычок, на свежий воздух. А тут вот такое вот. Ой, дура я, ой, дура! Слышь, Жанна, а че это такая фамилия страна? Ну, арк, это потому что я в арке родилась. А приставка Д, потому что дура. Ой, дура я. Вы все еще кипятите. О, да, вы все еще кипятите. Тогда мы идем к ним. А можно я с вами? Не, нельзя. Знаешь, Жанна, тут я где-то подарок, у тебя нет? Вот тебе подарок на 8 марта. Это мне спасибо, какая прелесть. Какая коробочка, какая ленточка. Зажигалочка. Жанна, твое последнее желание. Огнетушитель.
Не-не-не, огнетушитель нельзя. Знаешь, это крем от загара, а то я вся красная такая уже. Знаешь, Жанна, может, ты нам это на прощание споешь? Силы на исходе, и кровоточит рана. Мне жить еще недолго, а умирать так рано. И вообще, я хочу в туалет. Не-не-не, в туалет тебе нельзя. Ты сбежишь, нет. Не, а может ее все-таки отпустить? А то это, второй раз не разожжем. А между прочим, у меня еще второе желание осталось. Знаешь, Жанна, а давайте потом в конце на пепле погадаю. Не, Жанна, я тебе лучше песенку спою, вот такую. Головешка по имени Жанна. Кстати, картошечка-то готова. Ну что, споем. Наш костер в тумане светит, искры гаснут на ветру. День Нептуна, мочи всех! Что, не понравилось? Не, по-моему, это вам показ не разрешат. Очень грустно, да? Не, нормально, вот только пятый пункт правил пожарной безопасности гласит, что после 5 часов человека на костре сжигать нельзя. Исключение из правил Джордана Бруна. Ну ладно, я пошел тут что-нибудь поиграть пока. Ну что, в бутылочку? На поцелуй. На пиво иди отсюда. А может, картишки? Но я же не умею. Да ладно, что ты? Ну, у меня бубик, крысы. А у тебя черви. А, черви! Сегодня последний день. Ага. А ты будешь мне писать? Да. А звонить? Да. А рисовать? Рисовать-то. А ты-то меня с кем встречался? Ну, вчера вот с ней. Позавчера вот с ней. А ты уже целовался? Да. А в губы? Не, в губы не. Слышь, что ты у меня это, голова чешется, посмотри. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. А я вот манную кашу не люблю. И она меня. Ну как же вы так, фу! Дети, я ж для вас все-таки стараюсь, вот чтобы вы стали человеками, а в человеке все должно быть прекрасно, и глаза, и... Ой, не. И руки, и ноги, и нос. Вот что это у тебя в носу? Прекрасным светом, изумрудом оно переливается на солнце. Как это прекрасно! А давайте играть в прятки. Вышел тигр из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать вам сценарий, в общем, я иду искать. Так, Люба за тумбочкой. Фархот в зале. Юра, я тебя вижу все равно. Так, а где Танзеля? Гока в зале, я тебя вижу. Так, Пашка в зале. Эдик за аппаратурой. Так, Танзелю не видели, товарищи? Обычно Люба всегда за Танзелю прячется. Не, хватит играть вообще, давайте лучше в астрономов поиграем. Точно. Это как? Ну вот, например, все люди звезды, кто меньше, кто больше. И я тоже. Да, ты у нас звезда Альдебаран. А я? А ты у нас звезда Альдекозел. Шучу, Альфа Центавра ты у нас. А мы? А вы большая малая медведица. А я? А ты астероид такой мелкий. И вообще, у нас весь зал как звездное небо. На первом ряду вообще Млечный Путь. А я? А ты мусор космический вообще. Дегенерация! У нас снова гости. К нам на этот прощальный костер группа приехала. Гости из будущего, встречайте!
Здравствуйте, здравствуйте. Сразу хочу извиниться за Еву. Она приехать не смогла. А кто это рядом с вами? Где? Мечта, а не мужчина. Слышал, да? Она тебя не мужчиной назвала. Нет, вы знаете, если честно, не в моем вкусе абсолютно вообще. А кто в вашем вкусе? Ну, как тебе сказать, котик? Осторожно. Вы знаете, я вам свою песню про люб... Хотя нет, вы знаете, что-то вот не европейский уровень. Вы знаете, в Европе сейчас модно дымовую завесу впереди делать. Если можно, дымовую завесу, пожалуйста. Спасибо, это другое дело. Я вам спою песню про любовь. Я люблю тебя, я больше не люблю тебя. Крокодилы меня покусали. Надо бы убить Чебурашку, чтобы не водил сюда Гену. Надоел. И это гости из будущего? Не, по-моему, ему в детстве тушканчик на ухо наступил. А может, все-таки медведь? Не, медведи у нас здесь не водят, у нас здесь только тушканчики бегают. Лучше бы он его загрыз, милосерднее было. Извините, увлекся. Вы знаете, наверное, спою еще про свою нелегкую судьбу. Я как Павел Михайлович нажимаю на кнопки, или я Менделеев, придумавший водку. Может, я Виктор Гусев, на футболе скучаю, или тетя Маруся, все тайком стираю. То я просто Зимира, покорила полмира, то Илья Лагутенко, то я Фосфор на стене, то я Павлик Морозов, то я Дикая Роза. Ты неси с Карлос Моя, объясните мне, кто я. Слесарь, плотник, таксист, образование, работник, бухгалтер, врач, компьютерщик, сантехник, моряк, строитель, дворник, пиротехник. Профессий в мире очень много разных, но есть одна такая, что заразна. И стоит это всех чудес на свете, ответа нету легче. Я просто КВНщик. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Большое спасибо команде такси за музыкальное домашнее задание. И готовится НГПИ команда «Экстрим». И пока команда готовится, маленькое объявление. Дорогие друзья, всех, кто умеет петь, кто считает себя обаятельным и привлекательным, кто не боится сцены, кто считает, что именно он или она настоящая звезда, и вам 16, от 16 до 20, Дворец культуры «Фархад» и Новоинское телевидение «Кызылкум» приглашают вас на отборные туры для программы «Стань звездой». Дорогие друзья, заявки принимаются до 28 апреля. Все подробности по телефону 22-334-21, 22-389-22, 22-334-40 или обращаться в массовый отдел. Если команды готовы, команда готова? Да. Давайте начнем. Пока все команды отдыхают на природе, наша команда осталась писать музыкальное домашнее задание. Ребята, у нас мало времени. Нам надо писать домашку. Ребят, я вчера шутку придумал новую. Послушайте. Он стал занимать слишком
слишком много места, и мы не знали, что с ним делать. Теперь он на краю сцены. Я вот вспомнила, я в школу пошла с 6 и как дура просидела там до 8. А тебя чему-нибудь учили в школе? Да, стихи читать. Например, наша Таня громко плачет. Ваша Таня дура, значит? Пусть их пиши, пока не забыли. Да я не умею писать. Да у него даже руки женские. Да ты чё, у меня какие женские? Чё, пух? Вот, послушайте, я вчера еще одну шутку написал, ребят. Вась, только ты не обижайся, там про тебя немножко. Да ладно, рассказывай. Рассказываю. Мы с командой выехали на природу в пустыню и заблудились в лесу. Вот. Васька сразу же полез на тутовник за шишками. Увидел там бобов. Бобы тоже удивились, когда увидели Ваську. Они стали похожи на горох. Среди них был самый маленький. Маш, король бобов. Он-то и подмигнул Ваське. Под левый глаз. Васька, ты слышишь меня? А где Васька? Пацаны, вы знаете, мне на работе повышение дали. Кто тебе повышение дал? Как то? Виагра. Да ладно вам, ребят. Я вот новую шутку придумал. Вчера на Розенбаума попал маньяк. Какой? Ну, врачи сказали, что сексуальный. Да какой сексуальный? Этот сосед мой, Борька был, вы что? Глазам своим не верю. А ты кто вообще? А я казахский Розенбаум. А ну вон, подвиньтесь, а то сейчас как песни задену. Я тут попою вам немножко. А ну слезь сюда. Да я сяду сюда. И... Айналай харагы! А можно еще раз, пожалуйста? Айналайын қарағым. Заблудился в ауле я. Саған қарап барамын. Днем и ночью счастье ищу я. Көргім келіп мен сені. Не найти мне покоя здесь. Ұйықтамай түнде жатамын. Пусть вас конеха бір шешіп айта. Одан қайта жүрші. Я кто вам язык отрезал? Я сейчас телохранителя вызову. Песня как вам? Не, нормально, классно. А что у нас еще есть? Капитан, и ты почему вообще ничего не пишешь? Я не понял. Пиши что-нибудь давай, вон туда зашиб. Нервные клетки не восстанавливаются. Ребята, я тут новую шутку придумал. Слушай, какую мать? Самая известная личность в Наваи. Леди Сава. Сава, саватики берем! Не, нормально, Вася. Так, запиши, нам. Я запишу, запишу. А я другой номер придумал. А здесь можешь встать? На минутку. Где мой? Встань на минутку. Я новую шутку придумал. Мизасценка кружок КВНщика. Нормально? Классно, пиши. Хватит дурью маяться! Послезавтра финал! Где наш капитан? Почему я должен нервничать, а не ты? Нервные клетки не восстанавливаются. Все, успокойся, Розенбаум, все нормально. И почему, капитан, ты не пишешь ничего никогда? А почему молчим? Мысли вслух. А... Где Антошка? А вон Антон идет. Сейчас опять брат будет. Ребята, вы не поверите! Конечно, не поверим, ты что?
А может, пойдите и поверите? А что у тебя есть? Телефон! О! Ой, Антоха, а как его есть, так? Или так? Нажимай кнопку! А. Вот! Ну? Номер? А что за номер? Давай, давай! Алло, здрасте. Здравствуй, малыш. Я пышная сладкая булочка. Я хочу нормальной пищи. Тогда я большая куриная ножка. Я не хочу птицу, я хочу шашлык. Тогда я желанная палочка шашлыка. А кусочки большие? Тебе понравится. А сколько кусочков? 4. Я люблю 6. Ладно. Не, подожди, подожди. Я хочу фаршированный. Ладно. Я уже в мясорубке. О, и вообще мы хотим плова. Ты не расплатишься. Ой, пересолила. Ой, ребят, а это, у меня в скатерть самобранка есть. Там, по-моему, что-то еще осталось. Посмотрите, что она предлагает. А я перепутал. Ребята, ребята, я новую шутку придумал. Я вот недавно смотрел фильм «Телохранитель». Ой, у меня такая идея хорошая возникла. Серьезно. Послушайте. Вот смотрите. 3 телохранителя стоят. Один вот здесь стоит. Вот здесь стоит один еще. А еще один вот здесь стоит. Посередине стоит чувак, которого они охраняют. Правильно? Этот стоит, ему звонит жена на ухо. И звонит и говорит, короче. Я купила норковую шубу, деньги взяла из своего бумажника утром. Тот, короче, испуганно хватается за карман, где лежит бумажник. Эти дураки думают, что у него он хватается за пистолет, потому что опасность. Глава хватается за пистолет, а этот чувак, которого они охраняют, Артём, вообще испуганный, да, понимаешь? Артём, хватит. И что? Ну, хватит. Пожалуйста. Подожди, вот сейчас еще одна вещь есть вообще. А это вот, смотри, их же трое, да? Один здесь стоит, правильно? Вот здесь, вот это второй получается, смотри. Второй телохранитель. Ему звонит уже ребенок. Он говорит, папа, я играл со своим пистолетиком. Второй, и пинат, патроны я забыл туда положить. А он-то на работе, он боится. Он хватается за пистолет. Эти дураки не знают, что ему сын звонит. И давай тоже за пистолет хвататься, потому что думает, что это опасность. А этот чувак-то вообще ничего не знает. Он вообще испугался. Папа, он умер. Ну как? Браво. Сами пишите, если не нравится. Хорош гнать. Он там сырье оставил. Ой, ребята, а мы тут мизосценку только что вот прям на этой сцене придумали про китайца. Китайцы. Лысый китаец. Грустный китаец. Нет, шапка. Не, не понятно. Не смеются. Шала. А я тут новую песню написал на финал, короче. Может, прочитаем вместе? Слова. Есть где слова? Слова где? Вот слова. Вот слова. Вот слова. А, только нам помощь нужна. Помощь нужна нам. Потопайте, пожалуйста. Мы начинаем читать финальную тему. Ведь строго для вас мы вышли на сцену. Жюри оценит наши шутки фраз. Играем в КВН, и настроение подскакивает сразу. В городе моем тоска, пустота, суета. Но когда проходит время, года, недели, наши мечты воплощаются на сцене. Сегодня на финале мы собрались лишь для того, чтобы только вы смеялись. И этот смех для нас вознаграждение. Мы называемся экстрим, потому что экстремал. Вот это наш Антошка, он у нас самый малый. Йо! А больше мы не дописали пока. Как-нибудь в следующий раз. Мы
Большое спасибо командам за музыкальное домашнее задание «Выезд на природу». Ну что ж, пока наше жюри будет совещаться, маленькая музыкальная пауза. Для вас поет Сухроб Кинжаев. Сформирована сборная команда города из лучших игроков команд. Та сборная, которая представит юниор-лигу города Новаи,
в городе Ташкенте на фестивале команд КВН Республиканской ассоциации КВН. И вот 1 апреля в Большом зале Дворца авиастроителей жители города Ташкента и команды КВН, приехавшие на фестиваль, смогли увидеть молодую новоильскую команду, которая называется «Каста». Целью этой поездки было то, что молодые начинающие КВНщики посмотрели бы на большую игру КВН, поварились бы, так сказать, в этой КВНовской каше, познакомились с командами. В общем, говоря, познали бы кухню КВН. И, может быть, выступили бы в яичнице. Так называют короткое выступление КВНщики сами. Но команде этого было мало. В результате предварительных просмотров редакторами было принято решение о полнометражном выступлении на сцене Дворца авиастроителей. В результате «Каста» — фавориты фестиваля. Я думаю, они заслуживают аплодисментов. Ваших аплодисментов, ведь команда представляла город Наваи. Маленькая вырезка из статьи «Молодежь Узбекистана», которую написала известная ташкентская журналистка Тея Треф. Она пишет: «Команда из города Наваи, The Классные Пацаны 2, под названием «Каста», простите мою женскую слабость», пишет Тея Треф, «я просто влюбилась в эту команду». На другое отношение ребята не согласны. Юные КВНщики отдали залу все, что имели: тепло, радость, талант и еще множество других хороших и просто замечательных качеств. С таким блеском в глазах не выступила на фестивале ни одна команда, потому что они единственные, кто получил пятерку в этом фестивале. Зал был в дичайшем восторге. Я думаю, ваши аплодисменты команде «Каста», сборная команды города Наваи, будет оправдана. Ну, честно говоря, о тех трудностях, с которыми столкнулись участники команды в процессе подготовки к поездке, в самой поездке в городе Ташкенте сегодня говорить не будем. Сейчас скажу одно. Каждый из участников команды почувствовал на себе, что такое КВН. А можете у них спросить, поинтересоваться, и они вам теперь с радостью расскажут. Поездка состоялась благодаря общению области молодежной организации «Камалот». Взять финансовые расходы на себя. За это вам огромное спасибо. Большое спасибо, хотелось бы сказать, Салиеву Фахридину Бахромовичу за спонсорство. Но это хлопают те, кто знают. А те, кто не знают, хотя бы поддержите их. Большое спасибо. Надеемся на его поддержку и в дальнейшем, ведь по итогам фестиваля маленькое объявление такое приятное. Команда «Каста» взята в высшую лигу КВН Ассоциации КВН Республики Узбекистан. 1/8 финала высшей лиги состоится уже 2 мая. И те же участники сборной, кто не смог поехать в прошлый раз, скорее всего, поедут в этот раз. Мы надеемся вместе разрешить все проблемы, связанные с этой поездкой. А сейчас я попрошу выйти команды на сцену под ваши громкие аплодисменты. Вот такие вот радостные и довольные у нас КВНщики. Ну и пока у нас жюри совещается, вы можете еще раз поприветствовать своих друзей, своих подруг, своих участников. В общем, поболеть, пошуметь за свою команду. Сегодня в финале у нас встречалась команда «Такси» и команда «НГПИ». Мы все с нетерпением, ждем объявления оценок. Ведь на самом деле у нас есть такие номинации, как «Лучший актер», «Лучший стем», «Лучшая шутка финала» и «Лучшее музыкальное домашнее задание». Большое спасибо всем вам, болельщикам, ярым болельщикам этой замечательной игры КВН, за то, что вы постоянно присутствуете на игре. И надеюсь, что вы меня поддержите, если сейчас
А мы сделаем все наоборот. До этого хлопали вы нашим КВНщикам, а теперь сами КВНщики поблагодарят вас за то, что вы есть. Большое вам спасибо. Ну и сами себе, конечно же, громкие аплодисменты и вы, и вы. Терпением ждут оценок. И начнем давайте с лучшей шутки финала. Награждение такое маленькое. Лучшая шутка финала. Маша идет в гости к Мише. Команда такси награждается. Молодцы. Дальше номинация лучший стем финала. Команда НГПИ-Экстрим. Номинация «Лучший актер финала». Шамсиев Маарат, команда «Такси». Команда НГПИ «Лучший актер финала». Лысый китаец, он же Розенбаум, он же Васька. Поздравляем, ребята, молодцы. Мотор команды, номинация. Капитан команды такси Бадыралиев Хаким. И приз от молодежного общественного движения молодежи Камалот. Будь всегда таким же пламенным, замечательным капитаном команды. Дорогие друзья, давайте теперь мы с вами посмотрим оценки за музыкальный конкурс. Так, первыми на эту сцену выходила команда «Такси». 4-5-4-4-4. Так, и команда «НГПИ». 4-5-4-4-4. Большое спасибо, большое, минуточку внимания, большое спасибо команде НГК. Ребята, вы сегодня замечательно шутите, очень остроумно, молодцы. Вот просто всем вам большие громкие аплодисменты. И за эти выкрики спасибо большое. От этого вы умнее не стали. Итог игры, пожалуйста. Средний балл за конкурс, за музыкальный конкурс. Сборная города «Такси». 4,2 балла. НГПИ 4,2 балла. Общий итог игры. Сборная города «Такси».